Доброго времени суток, уважаемый зритель. Я продолжаю тебя знакомить с проектом Distributed Credit Chain. И в данном видеообзоре я бы хотел тебя познакомить с преимуществами данного проекта. Первое преимущество – это преодоление монополии. С глобальной распределенной банковской экосистемой ДКК стремится разбить монополию традиционных финансовых институтов и вернуть доходы от финансовых услуг всем пользователям, участвующих в данных услугах. Второе преимущество – это децентрализованное мышление. Благодаря децентрализованному мышлению распределенное банковское дело сможет изменить модель сотрудничества в традиционных финансовых услугах, создать новую модель взаимодействия между всеми регионами, секторами, субъектами и счетами. Трансформация бизнес-структуры. Поскольку это относится к бизнесу, распределенное банковское дело полностью преобразует структуру долга, активов и посредничества традиционной банковской деятельности. Таким образом, устаревшая структура управления традиционного банка превратится в новую, улучшенную, децентрализованную структуру банка. И государственное регулирование. Поскольку это относится к регулированию, тот факт, что все записи регистрационные, зарегистрированные в блокчейн-цепочки не могут быть изменены, позволит регуляторам проникать в базовые активы в реальном времени. Большие учреждения по анализу данных также смогут помочь всем органам быстрее реагировать на отраслевые риски, основываясь на анализе данных блок-цепи. Также я хотел вас познакомить с командой. Сейчас мы дойдем. Вот мы дошли с вами до команды. Как вы видите, у каждого из членов команды есть ссылочка на их социальную сеть, которую вы можете перейти и ознакомиться с ними ближе, то есть изучить их намного больше, чем предоставляется на сайте. Также, когда вы нажимаете «плюс», вам высвечивается полная информация, которую вы также можете прочесть о том или ином человеке. После того, как вы изучите команду, я не буду на этом долго заострять внимание, потому что, как видели, команда у них довольно большая, и останавливаться на каждом нет времени. Вы же обязательно переходите по ссылкам в описании на сайт и изучайте команду. Я же могу сказать вам только то, что команда у них действительно сильная, команда действительно опытная. Если вы не верите мне на слово, то еще раз повторяю, переходите по ссылкам в описании на сайт и изучайте сами. А я же на этом завершаю свой видео обзор о Distributed Credit Chain. Всего доброго и до новых встреч!